целый табор какой-то. Вот так я этого не было вчера. Такое количество. Все, изучаем территорию. Может, тут есть кто? Какая-то непонятная застройка. Кто-то есть. Добрый день. Добрый день. Это кто? А, полиция. Добрый, добрый. Полиция. Хотя вообще не добрый. Не, без ордера, ребята, я не открою сразу. А у нас есть ордер? Я вам сразу говорю, он у нас есть, пожалуйста. Да? А кто вам выдал? Почему? Что? Хотите обыскать? Да, да, конечно. Причина обыска? Причина обыска — профилактические мероприятия по выявлению граждан, причастных к контрафакте наркотических средств. Согласовано с товарищем адвокатом. Досмотр беспрепятственно при наличии ордера. Ведется видеозапись, поэтому можете не переживать. Так, перед досмотром я обязан вас уточнить, запрещенные вещества имеете на территории? Нет, здесь ничего нету, так что, ребят, вы потратите только очень уму времени моего и вашего. Ну, видите, тем не менее. Ну, я вам открою дверь, вы можете это проверить. Процедура... С вами, капитан Иванов, я еще могу пообщаться по-человечески. Процедура... С вашими ребятами, вы уж простите. Процедура необходимая, все. Поэтому... Как-то так. Пожалуйста. Моя база начинается вот отсюда. Так. А у вас соседи здесь еще, да, есть? Ну, получается, да, есть соседи, но та территория, я бы не рекомендовал заходить без владельца. А без владельца мы и не имеем права зайти. Так, вот это ордер, можете взять его. Не-не, капитан, с вами у меня проблем нету, я вам верю. Я сейчас своим сотрудником. А, вот они, так. Сержант Кот, сержант Волк. А где у нас стажер? А вот стажер. Стажер Дэн. Товарищи военнослужащие, сейчас будем проводить обыск места жительства данного гражданина Выдруса на факт выявления наличия запрещенных веществ. Там, понятно, да, список подтвержденный. Это оружие СВАЛ ВСС, взрывчатые вещества, гранаты, мины, противопехотные и наркотические средства. Проводим осмотр по часовой стрелке, все помещения. При этом ведем видеосъемку, все фиксируем. Гражданин, мы начинаем. Да, никаких проблем. У меня где-то знают, что у меня есть. Все, кстати, заранее хочу предупредить, я имею какую-то заразную болезнь, и у меня отсутствует тетрациклин, поэтому ко мне лучше не подходить, ребят. Кто заражу? Мы в масочках, хорошо. Да вот тоже в маске был, цепанул. Витамины выпейте лучше. Эх, спасибо. Товарищ капитан, я потом хотел с вами поговорить по поводу двух ваших новых бойцов. Да, пожалуйста. Потом как-нибудь. Пожалуйста. Никто их не надо перевоспитать немножко, иначе мы им займемся. Все граждане подходят, общаются. Так, военные, что встали? Давайте досматривайте все помещения. Вы не обращайте внимания, я просто заново лут раскидываю, поэтому я тут ничего прятать не буду, все можете проверить. Транспорт тоже визуально осматривается. Так. Как у вас тут целый автопарк. Ну, еще не хватает автомобилей пока. А что за вообще это такое поселение? Что-то раньше как-то не замечал, что мы здесь есть. А теперь это будет небольшая частная территория. Дождемся некоторых разрешений от нашего государства, это будет полностью закрытая частная территория, без единого допуска, даже органа власти. Да, ничего себе. Ну, посмотрим, что здесь будет. Интересно. Так. Просто, насколько я знаю, у нас территория, недоступная для силовых структур органов власти, уже имеется в республике и занимает примерно 50%.
Ну вот, скажем так, дал заявку на рассмотрение государственным властям, вот, буду ждать ответа. Ну понятно. Так, ладно. Это аптечка, ребята, аптечка. Даже травка не торгуется. Я говорю, травка не торгуется. Гражданин Бодрус. Случай, что он, блядь, вечно болеет. Я спрашиваю, говорю, вы даже травка не торгуете, что ли? Ха, ребят, я-то знаю, что вы можете приехать. У меня все на шаг просчитано, так что я же говорю, только время тратить. Ну, можете посмотреть. Это наша работа, как я мы можем тоже тратить. Наслышаны, кто я и чем занимался. Поэтому. В самом деле знать. Совсем нет. Видимо, не настолько вы извещены на лестнице, как думаете. Это значит, я настолько хорошо скрылся. Это главное. Ладно, не будем спорить. Я человек мирный, пока. Ну, ваших бойцов, конечно, я перевоспитаю лично. А каких бойцов вы собрали вперед? А вот есть там некоторые персонажи у вас, ребята, новые. Мы ими займемся. Как бы служба службой, но субординация должна быть. Ну, если вашей компетенции. Все мы люди, все мы понимаем. Конечно, интересное заявление. Ладно, думаю, пообщаемся потом лично. Я предупреждал. Медицинской страховки у меня нет. Так, вот это мы поставим вот сюда. Ходите, могу грушами угостить. Вот там уголочки растят. Единственное растительное, что у меня здесь есть. Блять, кашель. Так, это я положил теперь. Удлинитель. Товарищ капитан, вроде все чисто. Да, сейчас я тут я еще... Я говорю, ребят. Даже на закопке можете поискать. Здесь вообще ничего нет. Остров чистый. От А до Я. Не можем просто на слово поверить. Работа. Конечно, я все понимаю. У меня вот лично вот к вам никаких претензий. У меня вот здесь вот два персонажа, вот с ними у меня будет отдельный разговор. Ну а что за персонаж? Вообще все. Это уже будет, скажем так, личное дело у меня с ними. Если поймаете, можете даже убить на месте. Вопросов нет. Но ребятам я спуску не дам тебе. Так. А так кто? А что они заделают? Все, досмотрели? Да, это у нас, короче, приехали на обыск. Товарищ сержант. Да, нас, если что, короче, обыскивают, но нам бояться нечего. Ничего не найдем. Не имеются незначительные нарушения в плане автотранспорта, но фальшиверы, аптечки имеются. Я бы рекомендовал гражданин запастись сейчас жилетами. И разложить-то по транспорту. Так нареканий нет. По поводу транспорта сейчас могу рассказать. Вот эти вот три автомобильных средства, скажем так, автотранспортных, они являются коллекцией. И, возможно, будут проданы в ближайшее понятно. Время. Это рекомендательно. Личный автомобиль, грузовик и второй. Они вообще находятся легально на нашей территории, не имеют права здесь у нас быть. Это рекомендательный что? Характер. Они, естественно, я их оплатил, я их купил, и они здесь находятся. Мои слова носят исключительно рекомендательный характер, и большая часть необходимых вещей у вас имеется, так что это не требование. Так, ну все, с досмотром закончили. Окей, да. Я понял вас. Ну как бы аптечки, все эти вещи я соберу полностью мужчину, их расставлю перед продажей, как бы они будут в полной комплектовке. Да. Гражданин, вы походу, оружие уберите.
Он, видимо, немножко оглох после контузии. Понятно, ладно, подлечите его. Вы же резинкой меня товарищ... стреляли 10 тысяч раз. Я не слышу, товарищ. Еще раз можем стрельнуть. Все. В итоге гражданин Бедрусов, осмотр закончили, покидаем. Закрывайтесь. Так вы в курсе, что если все, когда вы будете стрелять по мне, я в ответ могу стрелять? Так же у вас хорошо, как и сейчас. Все, всего доброго. В следующий раз в ответ буду стрелять. Да не ругайтесь. Вот, опять человеческие кости. Еще кто-нибудь из вас. Пойдем еще по периметру пройдем. Стрельнем. Так а зачем куда-то проходить? Давай сейчас вот начинай стрелять. У меня основания нет. Ну, появится, все, появится сразу стрелять. Все, гуляй. Гуляй, капитан. Ух ты, смотри, медведь. А медведя нашего любимого не трогайте. Это... За медведя расстрел на месте. Неважно кто. Вот это да. Ручной что ли? Ручной. Получше многих людей. Это кормим да. Человечиной. Здорово. А, бойцы, пойдем по периметру пройдем, глянем, что тут еще стоит. Так точно.